Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 17 июля. И с вами вновь русское лото плюс... Золотая подкова! Что там пишет на билете домовой? Если кошка с трехцветной шерстью перебежит вам дорогу, ваша жизнь будет счастливой. С особым вниманием будут разглядывать всех кошек, которые перебегают мне дорогу. Особенно опасайтесь черной кошки. Ну, есть хорошее такое средство. Иночка, отойди через левое плечо. Такая, ту-ту-ту. А в правой руке нужно держать при этом билет золотой подковы. Это вам гарантирует удачу, потому что у нас выигрывают! Шестой тираж лотереи «Золотая подкова» и запускаем лототрон. Призовой фонд сегодняшнего тиража «Золотой подковы» составляет 9 387 тысяч 50 рублей. А наш суперприз еще подрос и на сегодняшний день составляет 6 293 992 рубля. Мы начинаем розыгрыш первого тура. В первом туре мы разыграем 100 тысяч рублей. Удачи вам! Прошу, первый шар. Пятьдесят шесть. 25. 24. 83. Следующий ход, пятый. И наш суперприз в размере 6 293 992 рубля может быть разыгран прямо сейчас после команды Ириды Хусаиновой. С огромным удовольствием. Прошу, пятый шар. 7. Суперприз золотой подковы сегодня не разыгран. Но вы не расстраивайтесь. Просто надо запастись билетом нашего следующего тиража. А мы продолжаем первый тур. 61. 72. 85. Игра. Игра стоп! В первом туре выиграл один билет, приобретенный в Башкортостане. Ваш выигрыш составляет 100 тысяч рублей. Поздравляем вас! Поздравляем! Американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн писал: «Везение – результат тщательной подготовки, а не везение – удел ленивых». Ну что же, победитель первого тура не поленился! Мы переходим во второй тур. Удачи! Во втором туре мы разыграем 500 тысяч рублей. Удачи вам! Запускаем лототрон. 18. 71. 19. 54. 4. 14. 48. 53. 42. 52. 88. 1. 77. 64. 10. 3. 35. 75. 34. 15. 45.
78. 90. 55. 23. 81. 21. 50. 31. 16. 57. 84. 60. 17. Стоп, игра! Игра стоп! Во втором туре удача улыбнулась игроку из Владимирской области. Он выиграл 500 тысяч рублей. Поздравляем! 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 Древнегреческий баснописец Эзоп советовал, если кому-то везет, не завидуй ему, а лучше порадуйся вместе с ним, тогда его удача станет и твоей. Давайте порадуемся за игрока из Владимирской области, ну, конечно, с билетом следующего тиража в руках. Мы переходим в третий тур, и в нем мы разыграем 1 500 000 рублей. Удачи вам! Запускай лототрон. 58. 22. 13. 51. 6. 82. 28. 41. 30. 9. 69. 39. 29. 63. 79. 70. 47. 86. 38. 43. 89. 27. 66. Стоп, игра! Игра стоп! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Астраханской области. Вы выиграли 1 500 000 рублей. От души поздравляем! Поздравляю. Поздравляем вас! Немецкий драматург Христиан Хеббель говорил: кто верит в свою удачу, тот и удачлив. Поверьте в свою удачу, но поверьте мне, что одной веры все-таки мало. Денежных призов. Размер выигрыша вы можете видеть на своих экранах. Запускаем мототрон. 65. 8. 73. 46. 76. 74. 12. 59. 33. 44. 32. 67. 26.
49. 40. 87. 36. 37. 62. 20. Стоп, игра. Игра, стоп. Это был последний ход 46-го тиража лотереи «Золотая подкова». В лототроне осталось всего 3 шара. Это номера 80, 68, 11. Их зачеркивать в своих билетах не нужно. Это хорошая примета. Если их нет в вашем билете, значит, ваш билет выиграл. Я от души вас поздравляю. А узнать, выиграл ли ваш билет, вы всегда можете на нашем сайте stoloto.ru или в газете «Аргументы и факты» по средам. Иночка, а сколько билетов сегодня выиграла? Сегодня выиграла 55 653 билета. А общая сумма выигрыша? Сегодня было разыграно призов на общую сумму 8 855 281 рубль. Накопленный суперприз следующего тиража составляет 6 325 761 рубль. О! Французы говорят, будьте реалистами, требуйте невозможного. Но что тут невозможно? Все реально. А приобрести билеты государственных лотерей вы можете в отделении Почты России, а в лотерейных киосках вашего города и на нашем сайте stoloto.ru. А теперь еще во всех салонах Евросеть. Друзья, если до 48-го тиража включительно наш суперприз не будет разыгран, мы разыграем его принудительно 31 июля. В этом случае впервые игра «Золотой подковы» будет идти до 88-го хода. Это значит, что выигрышей будет больше, чем обычно. И не трогайте свой пульт. Впереди после небольшого блока рекламы вас ждет «Русское лото!»